Бюджетную эффективность Сургутского района признали на федеральном уровне. Администрация муниципалитета стала победителем всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами». Приоритетными направлениями распределения местного бюджета остаются ликвидация балочного фонда, переселение из аварийного жилья, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунального хозяйства и образовательных учреждений. Кроме того, администрация Сургутского района за собственный счет ведет строительство спортивных объектов и сооружений. На регулярной основе проводим балансовые комиссии, рассматриваем результаты работы и отраслевых органов, и муниципальных предприятий. Ну, в общей сложности на развитие района в 2017 году было направлено более 600 миллионов рублей. Рост к уровню 2015 года, когда мы начали этим заниматься регулярно, более 400 миллионов рублей. На территории района строится больше 20 объектов. То есть за счет средств местного бюджета Сургутского района строится и реконструируется больше 20 объектов. Но такого нету нигде в Хмао-Югре.